to go, все. Go. Oh. Да-да, Валер, теперь будет 95 пидораса или этого, будет говорить то, что я петушок. Еще и судей ждать будем. Судьи будут сейчас паузу ставить. Да, тут карта маленькая, она быстро загрузится. Хотя вот Мара уже сразу... делать надо? Калькулятор, походу. Танцуем, да, что ли? Я сгадал калькулятор. Калькулятор. Чего сейчас танцуем? О. Че, ок, ок. Ландшафт Бугай-Лолик? Да. Бугай-Лолик делает ландшафт? Хз. А что делать надо? Сириуса, мапа, кэп. Давай, короче, я целителей нанимаю, ты будешь танков нанимать, ладно? Я нанимаю тупо целителей, все. Нет, волшебниц тоже найми. Я нанял уже тупо целителей. Нафига столько? Им управлять нельзя, what? Они сами пойдут. Гоу, пиши в чат. Или как-то... Вначале что было? Ты написал гоу. Я уже забыл. А, ок, вот, точно, ок. Все. Я написал. На английском. О, его, он написал за меня. А, почему целители вперед пошли, я не понял. Они пошли типа на друг друга нападать. Вот я же сказал, надо волшебницу было на одну нанять. Читеры. О, блядь, а как дерево заработать? Я же сказал тебе. Вот не, Бауин. Блин, почему пехотинцев вперед? Вы издеваетесь? А чё, куда они должны? А, ничего. 17. У них тоже 17. Мой целитель прошел. И чё, как дерево зарабатывать? Вот оно само пришло к нам. Слушай, 7. Я тупо нанимаю трех целителей, трех чародеев. Так, и одного, и одного пехотинца. Завершено. К бою готов, к бою готов. Жду приказа. Давай тупо танков нанимай, тупо танков. Да не, мы так стрянем, тупо танков нет. Стрелков еще на нем, все. Я стрелка удам добивание, если 40% хп у врага, то я вообще ничего не качаю. А это всем качает? ХЗ, посмотри у себя. Улучшение стрелков, что написано. Плюс 3 маны, дополнительные 40 здоровья, ни хрена себе танком. Ты качнул? Нет. Что так мало дерева тут? А, ок, что надо написать. Я написал тут, да. А, смотри, сейчас мы стрянем, потому что они супер раки. О, Дима Лебедев зашел, сейчас он с нами подходит. Ох, щит, я сказал, у них одни танки. О, все, танки. Зато мы на превращении. Война, блин, идет. Мне нравится, что мои всякие ведьмы пошли вперед. Вот это мне очень нравится. Значит, наши танки пошли вперед, а их не... А, мы проиграли. А нет. Амулет здоровья? Ну вот это им добавлено было. Мы встряли. Ну я же сказал, мы встряли. Thank you. Я же сказал, надо, блин, было и танков до хренища. Сейчас танков тут нанимаю. Все. Раунд 3. Короче, давай, что надо. Карта очень коротенькая. И чё тут ландшафт Бугай-Лолик делал? О, завершено. Как тут, знаешь, внизу очень охрененный ландшафт. Я, короче, двух стрелков построил, все улучшение сделал все. Да, на, я, короче, пехотинцев двух. Короче, это пехотинцев, стрелки будут мины ставить. Кто ты и что ты сделал? Кого, целители или чародейка? Два пехотинца, еще одного чародителя, одного чародейка. Все. Ну, пацаны, да, мы стреляли, потому что я за тебя играю. Мои танки в бой. Хилку подберите. Оу, я не могу писать зрителям. У них просто армии больше. Вот это да, сейчас. Почему? Почему мои зрители танкуют, ёпта? Блин, почему эти стрелки не ставят мины? Мы проиграли. Нафига 4 дерева потратил. Опять бесит. Охереть, и чё? Блин, у них амулет еще на ману. У них... Смотрите, да. И чё делать, блядь? Короче, сейчас понос строю. Жду приказаний. Тупо этих. Жду приказаний. А тебе... Нет, целители, строй. Просто, а улучшение надо целителям? К бою готов, к бою готов. Я улучшу целители так, чтобы 50... Они... И этих чародеек тоже. Мне 2 целителя только построил.
И двух чародеев, да? И двух пехотинцев и одного хила. Да зачем столько пехотинцев? Стрянут они. Все равно, у тебя доп хп у пехотинцев. Походу, чё? Просто мы из меня встрянем. Прикол будет счет 1-17, а потом мы такие пошли. Путя-пяу, путя-пяу-пяу. Так, короче, пока самураки. О, баг, я дошел. Какой? А! Отряд сразу, ок, знаешь, давай трогай. А давай сразу, короче, сразу. Да, стоп, да, да. Вот, я знаю, как выиграть. Да, да. Мы, короче, сразу пехотинцы занимаем, сразу, ок, все. Они ничего сделать не смогут. Все, карту испытываем на баг. Они встряли! Как воу так? Как они... Они выиграли честно. Сразу минус 10. Стоп, у нас никто не умер. Воу. Не зря всё. Я целителем улучшил. Стоп, тихо, сейчас быстро строим армию нанимаю, быстро армию. Я, короче, хилов улучшаю только, ладно? Воу. 5 жизней осталось, у нас 10-10-5. Так, я, короче, нанимаю двух целителей, двух чародеек, двух пехотинцев. Быстрее, ок. Все, быстрее. Жду приказаний. К бою готов. Я буду готов. К бою готов. О, прикольно, еще на него. Два стрелка еще останется защищать. О, они успели, блин. Блин, они успели. Целителей мало слишком. Мы встряли. А вон. А, нет, это мой. Мой пехотинец. О, просто не сможет. Встряли, они, у них куча просто пехотинцев. Надо пехотинцев сейчас. Вот два стрелка. Такие добивает. Стоп, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы сейчас стреляем. Мы почти встряли. Минус 8. Все, пусто пехотинцев нанимаю еще. Я быстро пишу. Целители тоже надо нанять. Да блин, нафига ты? Я несу. Пофиг. У них только один. Чародейки такие. Ну а сейчас там на базе останется и баг. Ага, на базе сейчас мы такие встряем, там что-то пишут все. Сергей, я пришел. Готово. Сергей, я пришел. Еще бендер фейк. Надо кикнуть бендера фейка. Воу. Мы выиграли. Благодаря нашему уму мы выиграли. Не прикол. Все поддержали победу почти.